Паркуемся тихонечко. Аварийку включаем. Что у него случилось? Колесо разбортовалось. Ой. Ой. Ничего себе. Колесо отвалилось. Ты тихонько как-то там машина нам навстречу идет. Там все живые так понятно. Давай остановимся. Где? Ну как бы там летят, я думаешь, вижу всех, что ли? Мы отсюда можем повернуть. Вот, вот, вот. А за нами кто-нибудь стоит? Конечно. Ну нет, едем. Ну да, все связанные вещи по поводу вот этих фейковых статей абсолютно красавца, молодец, блядь. Можете забрать, я сказал, пойди, никто. Ты с руководством вообще не общался, да, с этим? Нет. Тихо. Вот так. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот торопился. Ворот. Флексинга, подобно каналу США, творяя ситуацию в Сирии, министр заявил, что террористы выдали должно быть уничтожено. Террористов нужно уничтожать, либо они должны быть преданы суду. Если они будут сопротивляться, они должны уничтожать. И да, есть способы, которыми военные владеют, есть специальные силы специальных операций, которые владеют тактикой. Ну что ты хочешь? Твою мать, ты. Он взял и вжмыл опять. Не мог остановиться, наверное, я не знаю, что там с полосной не так пошло. Ай, блядь! Ёб твою мать! Чё он тут? Охуеть! Yes. Установление соединения. Чё? Не видно, кто-то чё-то. ночью кого не видно. Ёбаный в рот, блядь. Завтрак из бригады «Пух» 2018. Как это было, смотри на нашем сайте. Там и фото, отчет есть, и запись трансляции главного завтрака года. Ну а в динамиках далее еще одна... Это добре.